Жидина Ворошилова, вот неизвестный художник, пишет картины «Так лучше», «Корень из любви», интересно, хотел бы взять бы у него интервью, может, за кадровым голосом. Петрах от него, от той записи еще одна, над кредитом воржи. Интересно, он сам придумывает или где-то берет эти короткие высказывания? Пашек еще не видно. Холодно, видимо, им. Рыбок тоже не видно. Еще одна надпись того художника: «Глупости это важно». Здравствуйте, на улице 5 марта. Погода то солнечная, то дождливая. Только что закончился дождь, опять начался. Выглянуло солнышко, и сейчас обратно начнется дождь. Откровенно говоря, голова у вас и у меня забита событиями на Украине, что там дальше будет. Санкции, контрсанкции, политика. Да и сам канал, интерес к каналу «Горячему ключу» как-то вдруг раз и уменьшился. Примерно с 22 февраля скорость моего интернета занизилась практически до нуля, и теперь я не могу загрузить ни эти ролики, ни другие ролики, и нахожусь в растерянности. Идет активное импортное замещение, в том числе и в IT-сфере, и в области видео. Раньше у меня был открыт запасной канал на Zen-канале, и вот там количество просмотров уже превысило, чем просмотров на YouTube-канале. Там 700 подписчиков, здесь не помню сколько, 6 тысяч, сколько, уж забыл. Потихоньку, видимо, будет сворачиваться деятельность на YouTube и переходить на Дзен. В подписи вы найдете ссылку на Дзен-канал, прошу подписываться. До сих пор я туда размещал видео не так синхронно, как на YouTube, но в скором будущем я буду это делать гораздо чаще. Говоря так или иначе, нету большого настроения делать репортажи мне, да и сумбур в голове. И к тому же я делаю сейчас небольшой ремонт в квартире в Краснодаре. Мозги заняты всем, кроме репортажей. Поэтому, если вас интересует ремонт или на будущее рекомендации тех товарищей, с которыми я работаю, переходите по подписи в ссылке на мой другой видеоканал, который я посвящаю ремонтам и строительствам. Конечно, я никакой не строитель, не ремонтник, я скорее программист, но вот веду и такие вот импровизированные видеоканалы по другим, для других людей, и рекламирую их. Как получится с этими ремонтами в Краснодаре, но я вижу целую бизнес-возможность в этих ремонтах, потому что в Краснодаре застраивают площади человейниками прямо в массовых масштабах. Только в том доме, в котором я сейчас делаю ремонт, да, там около, наверное, 600 квартир, 600 квартир. Почти одномоментно народ заезжает и начинает стучать, делать ремонт, выискивать какие-то возможности. И, конечно же, всем нужны ремонтники, всем нужны какие-то секреты, всем нужны рекомендации по тому, чтобы... Вот смотрите, кстати, капсула времени. Еще недавно ее не было. Заложена, оказывается, 24 декабря 2019 года. Целых 3 года назад, да? Вот. И в этих каналах и в этих видео можно продвигать как свои идеи, так и свои бизнесы. Ну и, конечно же, в параллельных бизнесах или параллельных вещах я также обучаю людей вести блогинг, обучаю делать блоги для специалистов, так чтобы можно было бы делать продажные страницы из видео. Вот, если вас интересуют подобные вещи, если вы хотите организовать подобные каналы, как этот, и делать выпуски раз в один день, раз в два дня, обращайтесь.